Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу такую тему в своем видео осветить. Как продавать, продвигать продукцию своей компании. На самом деле очень легко. Если вы осознанно подошли к выбору компании, с которой вы сотрудничаете, если вы уже действующий сетевик, или если вы только рассматриваете для себя варианты и выбираете компанию, с которой вы хотите сотрудничать, и я очень надеюсь, что вы подходите к этому вопросу ответственно, осознанно, и вы выберете компанию, у которой продукция качественная, сертифицированная, безопасная, приносит результат. И вы сами этой продукцией пользуетесь, потому что по-другому, ну а как по-другому? Вы выбираете компанию для того, чтобы не просто для галочки, а именно для того, чтобы сотрудничать с ней, продвигать ее продукцию, зарабатывать на этом. Мы все идем в сетевой бизнес для этого. Соответственно, вы сами пользуетесь продукцией компании, получаете результат. А если продукция, как я сказала, качественная, результат вы получите обязательно. Получает результат ваша семья, ваши близкие. И вы просто не сможете об этом молчать. У вас ротик сам будет открываться, вы будете всем рассказывать. Вас даже заставлять не нужно будет это делать. Это будет у вас получаться само по себе, органично. И ваши товарообороты будут расти. Потому что по-другому никак. Это бизнес отношений. И здесь должна быть максимальная открытость, честность, ответственность. Это лично мое мнение. Я считаю, что это должно быть так, потому что мы все люди, и от доброго отношения друг к другу зависит, ну, очень много. Можно сказать, зависит вся наша жизнь. Мы будем добиваться успеха в том случае, если мы желаем другим того же. Добиться успеха, быть здоровыми, быть счастливыми, быть радостными. Вот. Это моя точка зрения. Я буду рада, если она вам откликается, если вам близко такое отношение. Подписывайтесь на мой канал, следите за моими видео. Я буду рада каждому из вас.